Praise God, church. Slava Bogu. I feel like there's no other place we'd rather be than here. Like, I hope none of us would rather be anywhere else. All right, I'd just like to say thank you to the pastors. Проверка связи. Раз, два, три. Слава Богу. Hallelujah. Praise God. Слава Богу. Mic's working. All right. I want to say thank you to the church. Я хочу сказать спасибо большое церкви. Thank you to the pastors. Спасибо большое пасторам. Giving us this opportunity to lead service today. Возможность вести служение сегодня. Serve you guys today. Служить вам сегодня. In a few moments we're going to be praying for this service. И через несколько моментов мы будем молиться за это служение. We're going to be praying that God blesses the worship. Мы будем молиться о том, чтобы Господь благословил поклонение. That He blesses the sermons that are taught. Чтобы Он благословил проповеди, которые будут сказаны. Let's also pray that we accept what the Holy Spirit is trying to tell us today. Мы будем также молиться, чтобы мы принимали то, что Дух Святой будет говорить сегодня к нам. A parable comes to my mind when I think of accepting. И притча приходит на мой ум. What the Holy Spirit is trying to tell us. Чтобы мы принимали то, что Дух Святой, Он говорит к нам. If we open up to Matthew 13, если мы откроем Матфея 13 глава, I'm gonna read this я прочитаю место, and we'll be praying. И мы помолимся после этого. So Matthew 13:23. Матфея 13:23. But he that received seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit and bringeth forth some in 100-fold, some 60, some 40. Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. It's very important. It says hear and understand. Очень важно, здесь написано «слышащего и разумеющего». We hear a lot today. Мы очень много сегодня слышим. We might come home, oh, the pastor said a great message today. И сегодня пастора говорили очень важное послание к нам. Oh, the message wasn't so good today. Хорошее послание сегодня было. And we hear it, but oftentimes we don't understand. И мы слышим это, но очень часто мы не понимаем то, о чем говорится. Мы должны понимать о той важности, которую это послание приносит в нашу жизнь. Мы очень часто не понимаем, что мы должны то, что нам говорится, воплощать в жизнь. Очень важно быть не просто слушателями, но исполнителями. I believe God's going to do great things today. Я верю, что Бог, Он будет совершать большие вещи сегодня. I believe we could all leave with something today. Я верю, что мы уйдем с этого места наполненные и готовые изменять наши жизни. Let's have our hearts open during worship. Давайте наши сердца тоже откроем во время поклонения Богу. And we're going to be praying right now. Let's stand and pray. И давайте мы встанем и помолимся о этом служении. Все эти
сейчас поем, взгляни вокруг, какая красота. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. And all the time. Hallelujah. And I just want to share, we're going to do things a little differently today. Я хочу поделиться, мы будем немножко иначе делать, чем обычно. And we're going to do things as we do at our youth services. Мы будем сегодня делать так, как мы делаем на молодежном служении. And I believe in the scripture where it says that every single one, when they gathered together, had something to say. И я верю, как в Библии написано, что когда мы сходимся, каждый из нас имеет псалом, помните, слово какое-то. Yes, hallelujah, thank you. And today we have brothers and sisters who came from our youth that are going to share a testimony of what God has done. И сегодня братья и сестры из нашей молодежи, они будут делиться тем, что Бог сделал в их жизни. And first we have our sister Emma, who is going to share a testimony about Panama. Эмма поделится сначала своим свидетельством, что Бог сделал там, в Панаме. Praise God. Слава Богу. I'm Emma, if you guys don't know. Меня звать Эмма, если вы меня не знаете. Несколько месяцев назад мы ездили в Панаму. My brother in Rome is actually in charge of the Panama missionary trips. Мой брат, он как раз директором там или заведующим в Панаме, там, в миссионерском служении в Панаме. And I wasn't even sure if I was going to go on this trip. Я даже не была уверена, поеду я вообще туда. So I actually just got hired as a dental assistant maybe like 7 months ago. Где-то 7 месяцев назад меня взяли как помощником дентиста, зубного доктора, и я не знала, отпустят меня вообще или нет. And this trip to Panama was about 3 weeks. И в Панаму нужно было ехать на 3 недели. And I was like, I don't know how my manager will let me go for 3 weeks. Я думала и просто не знала, отпустят ли меня на 3 недели. And so I prayed about it. I was like, God, if like you really want me to be there, then it will happen.
И я молилась: Боже, если ты хочешь, чтобы я там была, ну, сделай так, чтобы мне разрешили поехать. And praise God, and it all worked out, and I was able to go. И слава Богу и благодарность Богу, что мне разрешили, и мы смогли поехать. And then, so I went with my brother, Юрчик, David, my nephews, and then Christina, as a group. Мы были там группа, я не буду называть имена, вы слышали, что она говорила. And so we get there, it was very different. Their lifestyle is completely just nothing compared to living here in America. И когда я поехала туда, я была, ну, я уже в свои добавляю слова, шокирована, потому что жизнь совершенно отличается от нашей жизни. There was not much there. We were limited. It was almost like we were, I don't know how to say it. We were limited with food, limited with supplies. И там, я думаю, что вы догадываетесь, знаете, потому что там намного больше ограничений всего. То есть и пищи ограничения, и ну ничего нету. Because the island we were on is Kunayala. It's like off the other coast of Panama City. Город, который мы или остров, на котором мы были, вы слышали имя, я не буду повторять, стараться даже. Это с другой стороны Панамы, Panama City. So it was a long drive, and it was just stranded on an island. И это было как бы длинное путешествие на тот остров, куда они ехали. But as the days continued, well, actually, when we first got there, it was amazing how all the kids, we didn't even know the kids, and they were just so happy to see us. И что было интересно, когда мы приехали туда, хотя дети не знали нас, но они были очень довольны, рады увидеть всех нас. Because these kids, they have parents, but their parents don't show them any love as our parents show us. И хотя эти дети, они имеют родителей, но родители не высказывают или не показывают такой любви, как наши родители показывают даже нам. Their parents had their own cultures. Their kids were able to do whatever they wanted. Their parents wouldn't look after them. A lot of the times the parents were drunk, like with other adults, doing their own thing. И там... Ну, живут как ну, неверующие люди. Получается, дети оставлены на улице, дети делают все, что хотят, а родители там с друзьями и, ну, имеют свои какие-то другие мероприятия. And so the church was a good place for the kids to be. И церковь там, чтобы помогать вот этим вот детям. The kids were always there because they knew that we were doing something. И всегда дети были с нами, потому что мы всегда чем-то занимались, что-то делали. Like we would read, I would just personally be reading the Bible, and the kids would just come stand behind me and just watch me read. Я обычно читала Писание, и дети просто приходили, становились сзади меня, просто они были, ну, смотрели, как я читаю. And it was awesome because you were always an example to them. И это очень приятно, потому что ты становишься как бы примером для этих детей. Because during the classes, the kids they weren't always the most obedient. Obedient, послушный. Obedient, послушный. Они не всегда были послушны. Да. So in classes, but as they looked at us and when we were listening or cleaning, they would do after us. И они всегда смотрели, как бы копировали нас. Мы чистили, мы что-то делали, они всегда копировали нас. And so it was always just a blessing to see them learn and want to do what we do, and as like we're their examples. И это было большим благословением, потому что они копировали нас и делали все то, как бы мы показывали им пример, что нужно делать. And through those 3 weeks, I just saw the growth of some kids who wouldn't even show up to church, and they would start to come to the classes and pay attention and actually do things. И было приятно видеть, как некоторые дети растут, ну, возрастают духовно, что ли, можно сказать, потому что они не ходили в церковь, а это начинали ходить и начинали посещать служение, были в церкви. And it was just a blessing and a very life-changing experience. Это было большим благословением, и просто для меня самой оно было как бы, ну, перерождением, или как сказать, что я сама росла в этом. And I would suggest that you guys go on a missionary trip because it's just really amazing to see what God does in other countries. И я хотел бы предложить каждому из вас поехать также, потому что это поможет и вам.
Будет благословение для вас. That's everything. Слава Богу. Слава Богу. Hallelujah. Praise God. And Слава Богу. As another sister comes up to share testimony. Еще одна сестра выйдет, поделится своим свидетельством. I'm going to say something about our sister Emma while she walks. Yeah, you're good. Мы скажем что-то за Эмму. That there was on a missionary trip, there's built unity. Нам в этом миссионерском путешествии, хотя когда едем в миссионерское путешествие, там как бы строится единство. And it's not only that you come to serve, but in a way God builds you. Это не только то, вы приезжаете туда, чтобы послужить этим бедным, обездоленным людям, но вы сами как бы строитесь, сами как бы созидаетесь. And that's why the good thing that Emma said was that we should all go on a trip. И вот почему Эмма как поощряла, и я еще раз говорю, очень хорошо было бы, чтобы все поехали в это путешествие, были там, потому что там есть единство. And our sister Lilia, who came back from Nepal. In June, I had the opportunity to go to Nepal with the SMBS in Florida. Я в июне имела возможность поехать со школы, поехать на миссионерское путешествие. And in Nepal, we were there for 1 month, but we had a day for 12 days where we lived up in the mountains. В Непале мы были один месяц и 12 дней, если я не ошибаюсь, мы были, говорит, мы жили в горах. And so what we did in the mountains is we went to each village and we stayed in those villages, and pretty much like to reach a new village, it would take about 3-hour hike, a 6-hour hike. It was different every day. И вы можете себе представить, что чтобы нам пойти посетить вот эту одну деревню или, как сказать, хутор по-нашему сказать, чтобы посетить, это нужно было подниматься в горы 3, а то и 6 часов, чтобы подниматься в горы, чтобы достигнуть этой деревни. And all we had was backpacks full of 2 weeks of supplies. И все, что у нас было, это наши были рюкзаки и все наше, все, что мы имели, как бы на 2 недели. And so the people there, they live very uncivilized. И люди, которые там живут, они живут такой нецивилизованной или отсталой жизнью. Like they just have like very like unstable homes. Like the kids don't really have like good education there. И их не дома, я сказал бы, что, ну, она так не сказала, как курятники, и продовольствия нету. And in those mountains, it was like the hardest like time for the people in our team and our trip, because it was like just a lot of spiritual attacks. И в тех местах очень трудно для людей, потому что там есть духовные как бы давление, духовные как бы атаки. And when we would be like preaching about the gospel, because their like culture is they're all about like Hinduism and Buddhism. И в этих районах там индуизм, индусы и буддисты. Спасибо. And so every time we would like preach the gospel or something, like nobody wanted to listen. They would always argue back about like that Buddha is the real God, and like it was just always like constant battling between the villagers and us. И когда мы проповедовали, они всегда мы имели какое-то давление или какое-то сопротивление от людей. Они просто с нами дискуссии вели, что Будда есть правдивый Бог. Такая какие-то были напряженная обстановка. And so, like when we would stay at a village, we would have to go to another one, so that required like hiking all morning, getting up at like 5:30, and then like again just literally hike until we reach the next village. И нам приходилось вставать утром где-то в 5:30 утра. И идти, это все подниматься в горы, чтобы достигнуть какой-то маленькой деревни. And the higher we were going, the harder it was to breathe, and we hiked about an equivalent to about half of Mount Everest. И мы, то, что мы прошли где-то, если его сравнить, то где-то приблизительно то половину горы Арарат, Эверест. And so, when we were there for the 12 days, out of those 12 days of like hiking, we went to maybe about like 8 to 10 villages. Only one person got saved. И мы там посетили где-то 8-12 villages, поселков или маленьких деревень, и где-то один человек только покаялся. Слава Богу за это. Слава Богу.
And I remember, like, everybody was really frustrated because, like, during the 12 days, it was, like, really hard, like, the hiking and everything. And I was, like, thinking, like, why did one person get saved? И оно было немножко так, знаете, ну, расстраиваешься, потому что, получается, 12 дней, это все такие много усилий, нужно, ну, идти куда-то далеко, и только один человек покаялся. And I remember just feeling like really discouraged about it, and I was like, I don't know if it was worth it, like it was too hard. Я даже, ну, такое, знаете, разочарование пришло, потому что очень трудно, как бы, давалась вот эта одна душа, очень, ну, очень большие усилия. And I remember we were talking with the group about it, and then someone brought up that in the Bible Jesus left the 99 to go for that one. И кто-то из группы сказал, что Иисус говорит о том, что оставил 99 и пошел за той одной искать ту пропавшую овцу. And that was like the perfect example. Like we hiked, did so much work, went through so much trouble, just like how that shepherd went through a lot of trouble just to find the one, and then like it just felt worth it because who knows, maybe he could change a lot in those mountains. И когда вот так в таком так смотришь на это все, что Христос говорит, поставил 99, пошел за одной, и может быть вот эта вот одна овца сделает какой-то переворот своего рода или как, какое-то изменение в том, в тех районах. Yeah, and then we also did a conference in Nepal when we came back to the city. Когда мы приехали в Непал, мы сделали там, там была конференция. We did it for 3 days and it was called the Refuel Conference. И мы там эта конференция была 3 дня, и она называется заправка. Я думаю, лучше сказать по-русски. Mm-hmm. And we went to these refugee camps. И мы пошли в это, где иммигранты, где беженцы, мы пошли в эти camps, лагеря для, для беженцев. And in the country of Nepal, the country overall is just like, it's very dead and it's just like very polluted and dirty. И эта страна очень бедная и везде грязно, везде очень мусор везде кругом. And in the refugee camps, a lot of the people would like laugh at us every time we preach the gospel, or they'll be like, why'd you guys like come all the way here? Like, we wasted our time because like it's not true what we're saying. И в этих лагерях люди просто с нас смеялись. Они говорили, зачем мы приехали сюда? Это все неправда. Зря вы день, зря вы потратили время, чтобы приехать сюда. And I remember there was this one guy that was like laying in like his deathbed. He was about to die. И мы, я помню одного человека, который уже умирал. Он лежал на в болезни. Он уже при смерти был. And the lady that was watching him said that the doctor said he has 6 days to live, but he's been living for 8 days now. И женщина одна сказала, что этому человеку сказали, что он будет жить 6 дней, и он уже 8-й день живет. And I was like, well, like we gotta pray, because like, what are the odds of us just passing by? И мы решили, давайте мы помолимся за него, потому что, ну, пройти могут все мимо, но давайте помолимся за него. Yeah, and so we asked him like, hey, we want to pray for you, like, you know, there's like a God, like, you know, so you can like rest in peace. И мы ему сказали, что есть Бог, и мы хотим помолиться за тебя. But he was being very stubborn, like he started yelling and he was like, no, like I don't believe in anything, like I just literally just want to die. Но он начал кричать и возмущаться, и он говорил, что нет, не нужно ничего делать, я просто хочу умереть. So we prayed outside of the home. Мы помолились снаружи, вне дома. And just to give you guys something to think about. И просто хочу сказать, чтобы вы могли о чем-то подумать. What if we had 6 days left to live? Что было бы, если вам сказали, что вам осталось 6 дней только жизни? And I was just thinking, would I be satisfied with how like I served God with my life? Я думала, было бы я удовлетворена тем, как я служила Богу. And so, I mean, nothing happened to him, but it was just like an eye-opening situation. Ничего не случилось, но просто была такая ситуация, которая как бы открыла глаза или переоценить свою жизнь еще раз. So yeah, it was a really good and blessed trip. Это было благословенное и хорошее путешествие или миссионерское путешествие. And pray for Nepal. И молитесь за этот Непал. Слава Богу! Слава. Praise the Lord. Слава Богу. And also we have our brother Жека, who's going to share also a testimony of God's glory. Брат Женя будет говорить тоже свидетельство.
My testimony isn't from a missionary trip. Мое свидетельство не будет за миссионерское путешествие. It's sort of we were like on vacation. We went to Missouri. Мы были в отпуске, мы ехали в Миссури. And we decided, well, like we planned to go on a boat trip. И мы планировали, чтобы поехать покататься на лодке. And the day before, one of us had like a bad feeling. И день перед тем, один из нас имел какое-то, знаете, переживание или такое волнение об этой, как бы, об этом путешествии. So the next day, when we went to go pick up the boat, и в следующий день, когда мы пошли, чтобы взять в эту лодку, the trailer that we used that was on the boat, it had no brakes, so we had to use the brakes from the truck. И прицеп, на котором стояла лодка, он не имел тормозов, поэтому тормоза мы должны были употреблять нашей машины, нашего трока. And we got done when we picked up the boat, and we're like, okay, guys, let's pray so God blesses. И мы когда взяли эту лодку, и мы, ну, давай помолимся, что Бог благословил и сохранил нас. And our prayer was like 20 to 30 seconds long. И наша молитва была, ну, 20-30 секунд, не больше. And so while we were praying, we weren't driving, we just stood at where we were. И мы не ехали в то время, когда молились, мы остановились, и тогда мы молились. So we'll just take that time as this 20 to 30 second gap. И вот это вот промежуток 20-30 секунд, когда мы молились. And when we started driving, когда мы стали двигаться, we were going on the highway, and 20 to 30 seconds ahead of us, и 20-30 секунд впереди нас, there was a huge accident right in front of our eyes. Произошла авария просто перед нашими глазами, мы это видели. We were going south, and the other person was going north, so it was like a split between the highways, and the car came out from the north side out of nowhere and hit another truck's boat. Мы ехали на юг, машина, которая ехала в противоположном направлении, на север ехала, она переехала барьер или что там было, и стукнула машину перед нами, которая ехала тоже на юг. So the car hit the boat, and the trailer went into the ditch, and the car hit another car, and the car that hit the boat, it started flipping. И машина стукнула лодку, и машина начала переворачиваться, она перевернулась несколько раз, и все это улетело в кювет. And we were driving by, and there was a lot of people that were hurt. И мы когда проезжали, не ихнюю лодку. И когда, говорит, мы проезжали, то было очень много людей, которые пострадали. And we were in shock. Мы были шокированы этим всем. When we got to the lake, kind of made me think, something opened up to me about that little prayer that we had. И когда мы приехали уже на озеро, оно как бы начало мне как бы приходить в сознание за вот эту маленькую молитву, которую мы сделали. And about a week later, when we went home, и неделю позже, когда мы ехали уже домой, I texted my cousin and I told him about this feeling that I had. Я написал своему двоюродному брату и рассказал всю вот эту вот историю. And I guess he didn't focus on it, none of us focused on it, and then we began to acknowledge that prayer that we had, just that little prayer, that how God saved, literally how God saved our lives through that little prayer. Мы тогда как бы не сознавали, но потом начали сознавать вот эту вот ситуацию, которая вот эта маленькая молитва, которая приостановила все нас, и Бог сохранил нас в том положении. Because my cousin, he went to the shop after that. Он, мой двоюродный брат, он пошел после этого к механику. And he checked the brakes on his truck. И он начал проверять тормоза на своей машине, на своем троке. And he had no brakes. И у него не было тормозов вообще. All his brakes were literally torn. It was just the metal. И его вот эти вот тормоза, они износились, просто было металл на металл. So if the car would have hit us 20 seconds that we didn't spend that time to pray
for God to bless the trip. Если бы эта машина стукла, если бы мы не потратили вот эти 20 секунд молитвы, и если бы эта машина стукла нас, we might as well have been dead. И вполне возможно, что нас сегодня не было бы живых. So praise God. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Слава Богу за наших детей, молодежь. Или молодежь, прошу вас, проверяйте трохи тормоза на машинах. Когда едете, чаще к механику заезжайте, это нужно. Бог чудный Бог, аллилуйя. Меня зовут Николай Калашук. Я приехал из города Баффало, штат Нью-Йорк. Рядом со мной Виктор Шатецкий, руководитель всей группы «Вечность». Виктор жил еще 3 года на Украине. А буквально он приехал сюда, уже 3 года в Америке, несет служение в Сиэтле, где пастырем Василий Папирник. А мы остановились у наших друзей, это Валентин и Ирина, прекрасная семья, благодарим Бога за вас. И первый псалом, который мы споем, я хотел бы сегодня даже для вас, молодежь, сказать. И просили друзья спеть о журавлях, псалом мы споем. В жизни моей случилось так, молодежь, что когда мне было 5 лет, я остался без родителей. Я родился в Белоруссии, и если вы понимаете все, I was orphaned. My parents died when I was only 5 years old. And мне было очень тяжело, но Бог пришел в мою жизнь, Бог изменил мою песню, Бог изменил мое сердце. И вы знаете, я больше не сирота. Я самый счастливый человек, что у меня есть Иисус Христос. Что это чудный Бог, которому я верю всю свою жизнь. И я знаю, что у меня сегодня тоже 3 детей, у Виктора 5 деточек. И когда вырастают мои дети, знаете, что я хочу в жизни? Самое большое, я знаю, наверное, каждый из вас. Я хочу, чтобы мои дети, они служили Богу. И Виктор, и я, мы молимся, чтобы они славили Его. И этот псалом, который мы споем, говорит о тех птицах, о тех журавлях, что однажды одна птица, она просто была в немощи, она, может, болела. И она осталась, и она, смотря туда в небеса, она хотела подняться в небо, взмахнуть этими крыльями с этой стаи журавлей. Так часто в нашей жизни, когда мы болеем, и люди проходят мимо. И как порой хотелось бы, чтобы эти люди зашли в мой дом и просто сказали: брат, сестра, поднимайся, мы поедем в церковь славить Бога. Далеко, далеко, далеко журавли улетели, где леса, где поля, где порою бушуют метели. А лететь журавлям, а лететь журавлям нету мочи. И присели они на поляне в лесу среди ночи. А лететь журавлям, а лететь журавлям нету мочи. И присели они на поляне в лесу среди ночи. А наутро снялись, все на юг улетели далеко. Лишь остался один на поляне бродить одиноко. Он кричал им вслед: помогите, пожалуйста, братцы. Нету сил у меня, нету мочи на воздух подняться. Он кричал им вслед: помогите, пожалуйста, братцы. Нету сил у меня, нету мочи на воздух подняться. И спустились они, помогая усталому братцу. Хоть и знали о том, что до цели непросто добраться. В небеса поднялась журавлей белокрылая стая. Они братца с собой уносили на юг, улетая. В небеса поднялась журавлей белокрылая стая. Они братца с собой уносили на юг, улетая. Так и в жизни порой, отбившись от стаи крылатой, хоть и знаем о том, что законы о дружбе все святы, а судьба над тобой начинает шутить и смеяться.
смеяться, и друзья обойдут, и никто не поможет подняться. А судьба над тобой начинает шутить и смеяться, и друзья обойдут, и никто не поможет подняться. Посмотрите, друзья, сколько в мире израненных братьев. Позабыли Христа, оказались в греховных объятиях. Помогите же им, поднимите им путь, укажите. К Иисусу Христу вы молитву за них вознесите. Помогите же им, поднимите и путь укажите. К Иисусу Христу вы молитву за них вознесите. Аллилуйя! Бог великий и чудный Бог. Следующий псалом, который мы споем. Я часто говорю своим детям, и вы знаете, когда мне особенно приятно, когда наши дети, они выходят, проповедуют. Когда эти сестрички поехали трудиться на миссию, моя дочка, ей Джулиане 16 лет, и она в этом году поехала только на один месяц в Флориду, в эту школу, SNBS. Один month, это было Youth Ministry, и она поехала туда. Вы знаете, она приехала домой, и я говорю всем родителям, если можете, есть желание, чтобы ваши детки поехали туда, потому что это прекрасная школа. Она приехала домой, я просто вижу в ней много изменений. Знаете, молодежь, я хочу, чтобы мы были честными перед Богом. Знаете, порой люди бывают разными. На работе одна маска, с друзьями другая маска, в церкви третья маска. Но знаете, придет тот день, когда перед Богом откроются все эти маски, и мы станем перед Ним такие мы, как есть. Давайте же не будем одевать эти маски. Давайте будем честными перед собой и перед Богом. Это следующее. Я думал, ты, Анатолий, понял, что песня будет о масках. Господь позволил написать эту песню несколько лет назад. И, как я уже сегодня на утреннем служении говорил, друзья, самый смешной и, знаете, сильный обман – это когда мы обманываем сами себя. Друзья, давайте будем честны, нелицемерны. Друга любить, благословлять, но самое главное – любить нашего Господа Иисуса Христа. Весь мир театр, и каждый в нем актер. Все лица действуют, меняя маски лихо. Ведь каждый в своей жизни режиссер. А жизнь уходит незаметно, тихо. Вот маска весельчак, а вот герой. Вот сильный, смелый, непоколебимый. Так мы беднеем собственной душой, незащищенной, нежной и ранимой. А если снимешь маску, пустота, ведь ничего в душе и не осталось. Давным-давно по капле растерялась. Без веры, без любви и без Христа. Но день придет, сам Бог оценит путь. Ты будешь взвешен, сам собой ты станешь. Не сможешь маской Бога обмануть. С чем ты тогда
перед Творцом предстанешь. А если снимешь маску, пустота, ведь ничего в душе и не осталось. Давным-давно по капле растерялась, без веры, без любви и без Христа. Каждый в нем актер. Все лица действуют, меняя маски лихо. Ведь каждый в своей жизни режиссер. А жизнь уходит незаметно, тихо. God is good. Сестры, Бог есть добр. All the time? God is always good and he's always doing good things. Amen? Бог есть добрый, и он всегда нам делает или дает нам все благо. You know, today I want to talk about the calling on your life and the process of stepping into your calling. Я хочу поговорить сегодня о призвании и как взять или принять это призвание. I want to start off with Ephesians 2:10. Я хочу прочитать Ефесянам 2:10. It says, for we are God, his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. So there's good works that God prepared beforehand for us to walk in. Есть добрые дела, которые Бог предназначил, чтобы мы их исполняли. You know, every born again Christian, he has a new purpose. He has a new purpose for his life. И каждый рожденный свыше человек, он имеет цель или причину, есть какая-то цель для его жизни. You know, just like our body, it has different functions. Как наше тело, оно имеет разные функции. The Bible says that the church is the body of Christ. И Библия говорит, что церковь есть тело Иисуса Христа. And each one of us, we have our own function in the body of Christ. И каждый из нас, мы имеем свою функцию, свое действие в теле Христа. Some functions are visible. И некоторые функции или какая-то часть тела, мы ее видим, она на виду. And some functions are not visible, not noticeable. И есть какие-то части тела, которые мы их не видим, но они работают. But each function serves a purpose. И каждая часть тела, она служит для какой-то причины, есть какая-то причина. And I just want to make a little note. We're going to step aside for a second. Мы немножко изменим тему на несколько минут. You know, a lot of people, they determine the depth of their relationship with God based on their calling. И многие люди, они проверяют глубину своих отношений с Богом, основываясь на своем призвании. You know, some people say, "Well, you know, he's leading millions to Christ, so he must be have a deeper relationship with God." Люди говорят, что вот этот человек, он привел миллионы людей к Богу, поэтому он имеет хорошие отношения с Богом. Or maybe God's more pleased with him because he's doing way more than I am. Может Бог более удовлетворен или доволен им, потому что он намного лучше, чем я. But the Bible says that when Jesus took baptism,
Но Библия говорит, когда Иисус принял водное крещение, there is a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I'm well pleased." И был голос неба, который говорит, "Все сын мой возлюбленный, которым мое изволение." And you know, Jesus didn't do a single miracle before this. Иисус не сделал никакого чуда до этого. But God says, "This is my beloved Son, in whom," in other translation says, "I find joy in Him." И Бог уже его сказал, что это есть мой сын, и я нахожу как бы радость или творение в нем. God doesn't find joy in you based on your calling. И Бог не радуется вами, основываясь на том, какое призвание вы имеете. But He finds joy in you because you're a child of His. Но Он радуется вами или мной тем, потому что я являюсь или вы являетесь Его детем, Его ребенком. It's important for us to remember this, so we don't try to please God. You know, maybe if I do this more, if I do this better, maybe more, God will be pleased with me more. И мы часто думаем, что если я, например, буду угождать Богу, то я, если, например, буду делать вот это вот больше и больше, то Богу будет как бы приятно, и Бог будет расположен ко мне больше. But God finds joy in you because you're His child. Но Бог находит удовольствие, или Он имеет с вами общение только лишь потому, что вы являетесь Его детем. But as the body has many functions, so are we in the body. We have our own function to do. И как в теле есть много членов, и они имеют, каждый свою имеет функцию, каждый делает то, чтобы тело созидалось или жило, то так же самое и все мы. So God, with your calling, God gives you spiritual gifts to accomplish your calling. И Бог дал вам какой-то духовный дар, духовное дарование, чтобы вы исполняли или участвовали в том призвании, которое вы имеете. So how do we find our calling in our life? И как мне или нам найти свое призвание? К чему вы призваны вообще? And I just have three points. Я имею три пункта, которые я хотел бы обратить внимание. And point number one, seek after the heart of God, the desires of God. Ищите или найдите, что Бог хочет, и то, как бы, в чем есть воля Божья. And, you know, God said about David, this is, I found David, the son of Jesse, after my own heart, who will fulfill all my will. И Бог говорит о Давиде, что я нашел человека по сердцу моему, который исполнит все мои желания, мне кажется. See, David was after the heart of God, and he sought God, and God knew that he's going to accomplish all his will. И Бог видел сердце Давида, и он знал, что он исполнит желание, которое хочет сам Бог, он исполнит эти желания. Even Saul, he was persecuting the church. И даже Саул, который преследовал церковь, but the Bible says he was zealous for God. И Библия говорит, что он делал это с усердием, он это делал с усердием, гнал церковь. He thought he was doing the will of God. И он понимал, и он знал, что он исполняет волю Божию. And God, he corrected him, and he showed him the right way to go. He showed him the calling that he has for him. Но Бог остановил его и как бы скорректировал его, поправил ему, вот так нужно идти, вот так вот исполняй волю мою. So if you're seeking the heart of God, God will always correct you. He would always show you the calling He has for your life. Если вы ищете Божьего лица, Он скорректирует или направит вас в правильное русло, по которому вы должны идти. I want to read Acts 13:2. Я хочу прочитать Деяния апостолов 13:2. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." И когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». They weren't just sitting idle; they were worshiping God and fasting. They were seeking the heart of God. Они не бездельничали, они просто не сидели, а отдыхали. Но там написано, что они служили Господу, постились. Тогда Бог что-то начал делать. And God showed them, I've called them, and he showed them what they needed to do. И тогда Бог начал говорить с ними или показал им, что им нужно делать. So, the second point number two, begin to pray for God to open your eyes. И второй пункт, начинайте молиться о том, что Бог открыл ваши глаза. When, you know, Elijah, when Elijah and Elijah
when Elijah was about to be taken up to heaven by God. И Илья и Елисей, и вы помните этот момент, когда Бог уже забирал Илью, вознесил Илью. And Elijah said, "What would you have me do to Elijah?" И Илья говорит Елисею, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? And he said, "The anointing that's on you, I want a double portion." Он говорит, сила, которая на тебе, что было на мне двойне. And Elijah said, "It's a hard thing that you ask for, but nevertheless, if you see the mantle fall down when I'm being taken up, you will have that." И он говорит, трудного ты просишь, но когда ты увидишь, когда моя мелодь или мой плащ упадет, ты получишь. He had to see with his eyes. Он должен был увидеть своими глазами. See, a lot of times we have to see the areas that God wants us to work in. Мы должны увидеть этот район или эту часть нашей работы, где мы должны работать. God will show you the people that you need to impact. И Бог покажет вам этих людей, на которых вы должны повлиять или повлиять как-то. And point number three, we must be able to say, "Lord, here I am, send me." И третий пункт – это мы должны сказать, вот я, пошли меня. You have to surrender your desires, your wishes, your life fully to his lordship. Вы должны как бы сдаться или просто отдать ему все, чтобы он имел контроль над вами. So you take up his desires and you lay down your own desires. Вы должны оставить все свои пожелания и взять его на себя. You know, the Bible says that the church is the body of Christ. И Библия говорит, что церковь есть тело Христа. And Christ is the head of the church. И Христос есть глава церкви. How many of you know that you cannot move your arm unless your brain tells you, unless you tell it to move with your brain? И сколько из вас вы знаете, что ваша рука не может подвинуться, если приказа не будет свыше с головы, чтобы рука начала двигаться? My hand doesn't just do whatever it wants, but it does whatever I command it to do. Моя рука не делает то, что она хочет, но она делает то, что голова или я ей даю команду это делать. So same as Christ, when he commands you to move a certain way, you move. И так же самое, когда Христос повелевает вам делать что-то в определенном, в таком-то направлении, вы должны это делать. And a lot of us, we belong to the body of Christ, but when Christ says go, you hesitate, you don't want to go, you don't want to move. И мы, когда в теле Христа, и когда Христос говорит, иди или двигайся, а мы размышляем, идти, не идти, мы не знаем, что делать. But we know a body functions from the brain, the body functions. Но мы знаем, что тело, оно повинуется повелению от головы. And you know, a lot of times we say, "Okay, God, here's my strong points in my life. You could use me right here. You could use me right here." You know. И мы говорим, Боже, я как бы сильный вот этом, вот этой вот части. Ты употреби меня вот этом, где я силен. But a lot of times God doesn't use you in your strong points. He uses you in your weakest points. И много раз Бог не употребляет там, где вы очень сильные, а употребляет там, где вы слабые. So His glory may be shine brighter in your weaknesses. И чтобы его, чтобы он был прославленный в вашем, ваших немощах, в ваших слабых местах. Because a lot of times, if we're good at something, we can take the credit for it. Потому что если мы сильны в этом, то мы можем взять для себя как бы славу для себя, что это я сделал. But when we know, when we're weak and we couldn't do it on our own, we give all the glory to God. Но когда мы знаем, что мы очень слабы в этом, в этой части, в этой области, и когда Бог действует в этой области, то вся слава идет Богу, но не нам. See, and a lot of times from finding out your calling to stepping into your calling, there's a process. И много раз, когда мы обнаруживаем свое призвание, и мы начинаем действовать в призвании, что-то должно происходить, или что происходит? See, there's a desert, there's a spiritual desert sometimes that stands between you and your calling. Есть духовная пустыня между мной или между вами и вашим призванием. So what is this desert? What does it look like and what's the purpose of this desert?
И что эта пустыня, как эта пустыня выглядит, и какая причина для этой пустыни? So we all know when Jesus got baptized, the Holy Spirit, it says, descended on him, and there's a voice from heaven that said, this is my beloved Son, in whom I'm well pleased. But Мы знаем, что когда Христос, Иисус Христос, Он был крещен в воде, открылись небеса, и там был голос, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». But the next few verses says that the Spirit drove Jesus into the desert to be tempted by the devil. Но потом мы сразу после этого мы читаем, что и был поведен духом или было влечение от духа, чтобы он пошел в пустыню, чтобы для искушения. So before Jesus could step into his calling, he had to go through the desert. Раньше, чем Христос начал исполнять свою миссию, свое призвание, он должен был пойти в пустыню. Israel had a promise from God. They had the promised land. И Израиль, он имел обет или обещание от Бога. But between them and the promised land, there was a desert. Но это обещание, это была земля, обетованная земля. И но между этой, где они были, и этой кончинной остановкой, или куда они шли, была пустыня. And maybe you're just like Jesus, and you had heavens opened, the Holy Spirit descended on you, and God told you what you needed to do. Может, небо отверстие, и Бог сказал вам, что вам нужно делать. Or maybe you had a dream, just like Joseph, and God told you what you needed to do. Может, вы имели сон, какое-то видение, что Бог хочет или требует от вас. But a lot of times between what stands between you and your calling is a desert. Но в большинстве случаев между вами и вашей целью, куда вы должны идти, что вы должны делать, есть какая-то промежуток времени или что-то есть, а вот это вот есть пустыня. Because God knows that you're unable to step into your calling because your calling will crush you the way you are. И Бог знает, что вы не можете просто прыгнуть и начать делать то, что Он от вас ожидает, потому что вы надорветесь, вы повредите сами себе. Должна быть вот эта вот пустыня. And in this desert, God begins to work on your heart. И вот эта вот пустыня, Бог начинает работать с вашим сердцем. This desert is a place where you get to be face to face with the condition of your heart. И в этой пустыне как раз вы встречаетесь или вы видите обнаженное свое сердце. And you can't hide from it. You know, it's easy to praise God when things are easy and when things are going so smooth. И очень хорошо славить Бога, когда все идет как бы на руку вам, все идет гладко, все вам везет. But when you step into the desert, everything begins to come out of you. Но когда вы вступаете в вот эту вот пустыню, то все вот это вот нечестие, все вот это вот оно выходит наружу, и вы видите свою наготу. And a lot of times we don't notice it until it starts coming out. И много раз мы не знаем о своем грехе или не сознаем, что насколько мы грешны, когда вот это все не начинает скрываться, начинает выходить наружу. So God uses the desert to show you. Поэтому Бог использует вот эту вот пустыню, чтобы вам показать самого себя. In the desert, God wants to build your faith. И в этой пустыне Бог хочет строить вашу веру. A lot of times in the spiritual desert, you don't feel the presence of God. И в большинстве случаев, когда вы находитесь в этой пустыне, вы не чувствуете присутствие Божье. But we were called to walk by faith and not by feelings. Но мы были призваны не идти ведением, но идти верою. This desert teaches you how to fight. И эта пустыня научит вас, как бороться, как в битве участвовать. This desert teaches you how to resist the devil. И вот эта вот пустыня, она показывает вам или учит вас, как противостоять дьяволу. It teaches you how to submit to God. И она учит также, как нам покоряться Богу. It teaches you how to stand on the word of God. И учит также, как бы, чтобы наше основание было Библия, чтобы стоять на Слове Божьем. So when Israel, they stepped out into this desert, и когда Израиль, он вышел в эту пустыню, most of the people that stepped out of Egypt never made it into the promised land. И большинство людей, которые вышли из Египта в эту пустыню,
они не дошли до цели. There was one reason why they didn't make it to the promised land. И была одна причина, почему они не зашли в обетованную землю. They were stubborn. Они были строптивые или непослушные. See, God was showing them their hearts. Бог показывал ихнее сердце. But they didn't want to change. Но они не позволили из перемене своего сердца. And year after year they walked around in circles. И годами, годами они ходили в это по кругу. And they never stepped into the promises of God. И они никогда не вошли в вот это обетование, обещанное Богом. And a lot of Christians nowadays. И много христиан сегодня. They walk around in this desert. И они ходят, топчутся в вот этой пустыне. And they never step into the calling of God. С моё мнение, протирают скамейки и никогда не входят в волю Божью. And so because of one reason they don't want to change the condition of their hearts. Потому что они не хотят изменить состояние своего сердца. Or maybe they want Moses to go up and talk to God for them. Они хотят, чтобы Моисей шел, кто-то другой шел и говорил с Богом вместо них. They want the pastor to go talk to God. Они хотят, чтобы Бог, чтобы пастор шел и говорил с Богом вместо них. But they themselves they never step into their calling. Но они сами не делают вот этот первый шаг, чтобы идти в направлении тому, к своему призванию. And so, when God begins to show us our condition of our hearts, we must begin to, we have to change it. И когда Бог начинает нам показывать состояние нашего сердца, нам нужно изменяться, нам нужно что-то делать. And a lot of times we walk in this desert and we blame God. Много раз мы ходим или кружимся на одном месте, и мы как бы виним в этом Бога. And we say, "Well, God, I thought you were gonna call me. I thought you were gonna send me." Мы говорим: "Боже, я думал, что ты будешь мне какое-то, ну, такое призвание будет, и меня пошлешь куда-то." But I stay in the same place. Nothing's changing in my life. Но я остаюсь в том же самом месте, ничего не меняется в моем сердце. But God knows that your calling it might crush you. Но он знает, Бог знает, что вот это ваше призвание или цель, куда он вас призывает, она может просто задавить вас. If you don't change the way you are. Если вы не измените свое духовное состояние. See, with anointing comes responsibility. И с помазанием оно приходит ответственность. And you must go through this desert. И вам нужно пройти через эту пустыню. You have to get molded. Вы должны быть изъяты, или как, кстати, вот, когда горшечник делать, вы должны сделать вот эту форму. And I just want to stand up right now, if we could stand up for prayer. Я прошу всех встать. And I don't know where you are. Maybe you're just trying to figure out the calling on your life. Я не знаю, где вы находитесь в духовно. Может, вы не знаете свое призвание. Or maybe you're trapped in this desert and you walk around in circles. Может, вы в этой пустыне, вы просто кружите, делаете круги в этой пустыне. But I want you to know that there's a calling on your life. Но я хочу, чтобы вы знали, что есть призвание каждому человеку. And you have to know, you have to change the condition of your heart. Вы должны изменить состояние вашего сердца. And you have to step into your calling. И вы должны сделать вот этот шаг к вашему призванию. You weren't meant to sit here Sunday after Sunday the same thing. Вы не было такого призвания, чтобы вы неделя за неделей сидели вот здесь вот в служении. You're in the body of Christ. Вы есть в теле Иисуса Христа. In the body of Christ, it has functions. И тело Иисуса Христа, каждая часть, она имеет какую-то функцию, что-то делает в теле. And I just want you to begin examining your heart. И Бог хочет, чтобы вы проверили ваше сердце. And let's just begin to pray and ask God to take you out of this desert to show you your own heart. Давайте мы будем молиться, чтобы Бог показал состояние вашего сердца, чтобы Он в этой, когда мы в пустыне, чтобы Бог показал состояние сердца, чтобы мы знали, куда дальше идти и что дальше делать. Потому что мы нуждаемся в перемене. Аминь.
God. Вы знаете, как я на предыдущем служении говорил, что мы могли бы петь, петь и петь. Но мне тоже очень приятно слушать молодежь, которые поете, молодых братьев, которые проповедуют. Молодежь, я вас очень сильно прошу, подумайте о этой проповеди. Я думаю, вы внимательно слушали, которую говорил брат. И мне понравилась одна мысль, которую вот я просто... Это как вступление к нашей песне, которую сейчас мы споем. Он говорил о том, чтобы мы поставили для себя фундамент Слова Божье. Как важно, чтобы в нашей жизни Слово Божье было. Не айфоны, не фейсбуки, а Слово Божье, дорогая молодежь. Тогда ваша жизнь будет благословенна. Я благодарю Бога за то, что я могу быть вместе с вами сегодня. Пастор, благослови вас Господь. Таких пастырей, как у вас, единицы во всем мире. Цените его, уважайте, благословляйте и молитесь за него. А благослови вас Господь, церковь. Эта песня, она звучит еще для вас. Также у нас есть диск, и если вы хотите поддержать наше служение, вы сможете приобрести, слушая дома эти песни, которые Господь позволил на протяжении 30 лет написать. Виктор, ну также, наверное, хотелось бы их пригласить и передать привет из наших церквей, штат Нью-Йорк, город Баффало. Я живу недалеко от водопада Ниагарского, то я его включаю и выключаю. А я живу в городе Сиэтл, несу также служение, ответственно за музыкальное служение в церкви, где есть пастор Василий Попирник. Так что вы тоже можете смотреть наше служение. Наша церковь называется Seattle Bethany. Слава Господу! Толик, спасибо тебе, брат. Прекрасный оператор. Спасибо за хороший звук. Подобно молоту, что скалы разбивает, огню, что все вокруг уничтожает, пронзает душу, покрывает дрожью Слово Божье. Как ветерок вдруг нежно приласкает, заглянет в сердце, тихо утешает и успокоит нас, когда тревожно нам. Слово Божье дает надежду, веру, вдохновенье, поведает о смерти воскресенье, дарует то, что людям невозможно. Слово Божье. Как ветерок вдруг нежно приласкает, заглянет в сердце, тихо утешает и успокоит нас, когда тревожно нам. Слово Божье. Как ветерок вдруг нежно приласкает, заглянет в сердце, тихо утешает и успокоит нас, когда тревожно нам. Слово Божье. Путь укажет, о подвиге Спасителя расскажет, откроет истину и не отравит ложью. Слово Божье, как ветерок вдруг нежно приласкает, заглянет в сердце, тихо утешает и успокоит нас, когда тревожно нам. Слово Божье, как ветерок вдруг нежно приласкает,
заглянет в сердце, тихо утешает и успокоит нас, когда тревожно нам. Слово Божье. Да, только Слово Божье. Благослови вас, Господь. I want to share a little testimony before I get in. It's just a short message what God put on my heart. Я хочу поделиться свидетельством перед тем, как я перейду к Слову Божьему. The song that we sang is "Here I Am to Worship." That the песня, которую мы пели, здесь я служить пришел. I had no idea that they were going to sing the song. Я даже не знал, что мы будем петь эту песню. But I thank the Lord that they did. Но я думаю, что Господь знал. And when I was in Japan. И когда я был в Японии, I was put in charge of the ministry of street evangelism. Меня поставили во главе ответственным за служение на улицах. And I was dearly frightened. И я очень был испуган. And I was like, man, Lord, what am I supposed to do? Я думал, Господь, что я должен делать? Как я должен это делать? But man, I was just the Lord put onto me, just man, let's sing before we go out. Но Бог положил на моем сердце, давай мы будем петь. Чтобы мы пели перед тем, как служить на улицах. And this is the song we chose. Here I am to worship. И вот эту песню, которую мы тогда выбрали, здесь я, вот мое сердце, служить тебе готов. And man, during that song, you just God filled us up, and we would go evangelize on the streets. И во время пения этой песни много раз Господь наполнял наше сердце, чтобы мы служили потом. And it was just, and He would just fill us and anoint us to go out and speak. И Господь просто наполнял нас и помазывал для того, чтобы мы потом могли говорить, делиться словом Божьим. God is good. Бог благ. Oh, Jesus. Hallelujah. And the message that our brother Tim shared. И вот это послание, проповедь, которую Тим делился с нами. About the calling. О призвании. God also spoke to me about the calling. Бог также проговорил ко мне о призвании. That He's chosen us for something. Что Он выбрал нас для чего-то. He's chosen every single one of you. Он каждого из нас, каждого здесь находящегося выбрал. For a calling, for a purpose. Для определенного призвания, для определенной цели. But Jesus looks at your heart. Но Иисус, Он смотрит на твое сердце. Just like what our brother said. Как вот наш брат сказал. He's chosen each and every single one of us. Он выбрал каждого, каждого из нас здесь. It says in the Word of God. И это написано в Писании. Слово Божье. That He knew us in our mother's womb. Что Он знал нас еще в утробе матери нашей. And if He didn't know us in our mother's womb, и если бы Он не знал нас в утробе матери, would He not have a plan for us? Раз Он знал, разве Он не сделал план для нас? He knows the number of our hairs on our head. Он даже знает количество волос на нашей голове. That's a lot of hairs. Это много волос у каждого. So He knows a plan, and He has a plan for you. И Он знает об этом плане, и Он хочет, чтобы вы тоже его знали. I want to share that to the youth. Я просто хотел поделиться этим с молодежью тоже. That God has a plan for you. Что у Бога есть план для вас. He has a calling for you. У вас есть призвание для вашей жизни. But there's one thing you have to know. Но одна вещь, которую вы должны знать. Maybe that's two things. Может быть, даже две вещи. That your heart has to be changed. Что ваше сердце должно быть измененным. And the thing is, you have to say yes, Lord. И еще одна вещь, что вы должны сказать, да, Господи, Here I am. Здесь я, вот я, Send me. Пошли меня. And the word of God that I'm going to be reading right now, и Слово Божие, которое я буду делиться и читать сегодня, is the story of David. Это история Давида. And how God anointed David. И как Бог помазал Давида. So we're going to go to 1 Samuel chapter 16. И мы посмотрим в 1 Царь, 16 главу. Verses 6 and downward. But basically, God tells Samuel. Бог говорит Самуилу. Saul has already failed me. Саул уже он отпал. But I've already chosen another person to be anointed as king. Но я уже выбрал другого человека, чтобы помазать, чтобы он был царем. Do you hear that, youth? Вы слышите это, молодежь? God has already chosen David. Бог уже избрал Давида. But Samuel didn't know. Но Самуил не знал об этом. So we're going to read from verse 6 and downward. И мы прочитаем 6 стиха и ниже, 16 главы. So it was when they came that he looked at Eliab and said, Surely the Lord's anointed is before him.
But the Lord said to Samuel, "Do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord God looks at the heart." So Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And he said, "Neither has the Lord chosen this one." Then Jesse made Shema pass by, and he said, "Neither has the Lord chosen this one." Thus Jesse made seven of his sons pass before Samuel. And Samuel said to Jesse, "The Lord has not chosen these." And Samuel said to Jesse, "Are all the young men here?" Then he said, "There remains yet the youngest, and there he is keeping the sheep." And Samuel said to Jesse, "Send and bring him, for we will not sit down till he comes here." So he sent and brought him. Now he was ruddy and with bright eyes and good looking. And the Lord said, "Arise, anoint him, for this is the one." Шестой главы, шестого стиха, то есть. «И когда они пришли, он увидел Елиава, сказал, верно, сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иисея Минадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. И подвел Иисей Саму, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. Так подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иисею, никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иисею, все ли дети здесь? И отвечал Иисей, есть еще меньше, и он пасет овец. И сказал Самуил Иисею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иисей, и перевели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его. Это он. This is the one. Это он. God has chosen him. Бог выбрал его. God has chosen us. Бог выбрал нас. And there's many things in our life. И много вещей в нашей жизни. Where we think, oh man, like I want to be doing this, you know, for God. Когда мы думаем, о, я хочу делать вот это для Бога. But as our brother Tim said before, но как мой брат Тим сказал до этого, we're part of a body. Что мы часть тела Христова. I'm a finger. Я палец. Someone's a heart. Кто-то сердце. Someone's a lung. Кто-то легкие. Someone is the eyes. Кто-то глаза. But God is the head. Но Бог, Он главой является. And many of us are thinking many moments. И многие из нас думают очень часто. Okay, man, I want to be a preacher who leads millions to Christ. О, Господь, я хочу быть проповедником, который будет вести миллионы ко Христу. I want to be the great evangelist. Я хочу быть великим евангелистом. But is that what God has chosen you for? Но это ли для этого ли Бог избрал тебя? We got to understand that God has chosen us for something. Мы должны понимать, что Бог нас избрал для чего-то. But it's not maybe what we want to do. Но это может быть не то, что мы хотим делать. But I don't want to get into that. Но я не хочу больше еще отвлекаться. Я просто хотел бы сказать больше для молодых людей, для молодежи сегодня, that God has chosen you for something. Что Бог избрал вас для чего-то. See, Jesse brought the sons and all seven of his sons to Samuel. Видите, как Иисей, он всех позвал сыновей своих и проводил каждого перед Самуилом. And saying, Samuel, are you going to anoint this one as king? И спрашивал у Самуила, может ты этого помажешь? Are you going to anoint this one? Может ты этого помажешь? Or this one? Или этого? But no. Нет. Someone God has chosen. Кто-то, кого Бог избрал. He's not going to give it to anybody else. Он никого ни другому не отдаст этого призвания. But it's that moment where we got to say yes to it. Но есть момент, когда мы должны сказать да, Господь, вот я. See, God chose David to be king. Видите, как Бог избрал Давида быть царем. That no matter what came before Samuel. И неважно, что проходило перед Самуилом. God still was looking at David. Бог все равно в тот момент он смотрел на Давида. And there's maybe in your life right now. И может быть в вашей жизни такое же происходит сегодня. Well, man, what am I going to be doing? Вы спрашиваете, о, Господь, а что я буду делать? I see this person rising up as, and they're being a leader. О, я вижу этого человека, как он поднимается, возможно, он будет лидером. I see that guy, they're going on mission trips over there. О, я вижу этого человека, который все время ездит на миссионерские поездки. But what about me? А что касается меня, а я? But God is saying, но Господь говорит сегодня. Just wait. Подожди, подожди.
I'm looking at your heart right now. Я смотрю на твое сердце сегодня. And at this moment, you're not ready for what I have chosen you for. И в этот момент ты еще не готов для того, к чему я тебя призвал. But he has called you for something. Но он призвал тебя для чего-то. I don't know if many of you know, there's a brother called Charles Spurgeon. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но есть такой, был такой брат, жил Чарльз Спурджен. In the 1900s, he was a very, very great evangelist. Около 100 лет назад был великим евангелистом. And at 19 years old, he had a 2,000-member church. И когда ему было 19 лет, у него была церковь численностью 2000 человек. But you know how he came to the faith. Но вы знаете, как он пришел к вере? In a very small church. В очень маленькой церкви. On a very snowy day. В очень снежный день. Where the pastor didn't even show up. Когда пастор не пришел в церковь. And there was someone in the pews. И кто-то в рядах. That was just a very small farmer. Очень маленький фермер там был. Came up and said, "Man, okay, there's no one speaking anything. There's no one saying anything." Он сказал: "О, я смотрю, что никто не проповедует, никто ничего не говорит." And God put on his heart, "No, you go speak." И Бог положил его сердце: "Нет, ты иди, делись словом." And he made that decision. И он сделал это решение в своем сердце. Yes, Lord. Да, Господь. I'll do it. Я буду это делать. So he went up to the pulpit. И он вышел за кафедру. And the only thing that he spoke for 20 minutes. И единственная вещь, о чем он говорил в течение 20 минут. Are you looking at Jesus? Он говорил о том, что ты смотришь ли на Иисуса? Are you looking at Jesus? Смотришь ли ты на Иисуса? For 20 minutes, that's all that this brother и was это saying. Продолжалось в течение 20 минут, когда он говорил эту фразу. And then he points to Charles Spurgeon. И потом он просто показал на Чарльза Спурджена своим пальцем. And he says, "Are you looking at Jesus?" И он сказал: "Ты смотришь на Иисуса?" And he says, "Here I am now." И он: "Да, сейчас да, уже да." And from that moment, that's when Charles Spurgeon's life changed. И вот с этого момента, когда жизнь Чарльза Спурджена была изменена. Because that one farmer said, "Yes, Lord, I will do it." Потому что один фермер сказал: "Да, Господь, я буду это делать." And God gives you many opportunities. И Бог дает вам много возможностей. And options and opportunities to do. Много различных вариантов, много различных возможностей для служения. But the one thing that we don't do. Но одна вещь, которую мы не делаем, is that we don't accept it. Что мы не принимаем того, что Бог призывает. We don't say, "Yes, Lord, send me." Мы не говорим: "Господь, да, вот я, пошли меня." And that's why God can't use us in the calling. Вот почему Бог использует нас в нашем призвании. Because we denied it. Потому что мы отказались от этого. We said, no, I don't want to do it. Мы сказали: нет, Господь, я не хочу этого делать. That's not what I'm called for. Не, я к этому не призван. I'm a heart. Я сердце. But God wants you to be a hand. Но Бог может хочет, чтобы вы были рукой. A hand that moves. Рукой, которая двигается. So I just want to say, youth. Я просто хочу обратиться к молодежи. Молодежь. We're always crying out, "Lord, I want to have a calling." Мы всегда вопиём Богу, спрашиваем: "Господь, я хочу иметь призвание." But right now is the moment where God's telling you, "You do have a calling." Но сейчас вот это момент, когда Господь говорит: "У вас есть призвание." But is your heart in the right place, as David? Но находится ли ваше сердце в правильном состоянии, как у Давида? It's a question you guys got to ask yourself. Это вопрос, который вы должны спрашивать себя сами. And when opportunities that God gives you. И когда приходят возможности, которые Бог вам будет посылать, saying, "Yes, Lord, I'm gonna go do it"? Скажете ли вы Богу: "Да, Господь, вот я, пошли меня, я сделаю это"? Even though it might be the smallest thing in the world. Даже, возможно, это будет самая маленькая какая-то вещь в мире. Are you gonna go pick up that piece of trash? Может быть, пойди, подними вот тот там мусор на полу валяется. God's calling you to pick up maybe that trash. Может быть, Бог призовет вас поднимать этот мусор. Are we ready to say, "Yes, Lord, here I am"? Готовы ли мы сказать Господу: "Господь, вот я, пошли меня"? And there's another story about a brother I know. Еще одна история о брате, которого я знаю. Where God has told him, "You should speak." Когда Бог ему сказал: "Ты должен говорить." But there's many moments where he says no. Но много моментов было, когда он говорил нет. But God wants to use him in speaking. Но Бог хотел его использовать, когда он мог говорить. To preach to the multitude. Для того, чтобы он проповедовал многим людям. And the moments when he says, "Yes, Lord." И в тот момент, когда он сказал: "Да, Господь." Man, there's a change in the room. Прошло большое изменение. The word of God is spoken through him. Слово Божье, оно проговорено было к нему.
Are our hearts ready for what God has called us for? Готово ли наше сердце к тому, к чему нас призвал Бог? And when the time comes, are you going to be able to say yes, Lord? И когда придет время, способны ли будете сказать да, Господь, вот я? Are we going to be faithful? Будем ли мы верными? And I want to share one more little testimony. Я хочу еще одним свидетельством поделиться. About my life. О моей жизни. I didn't know where I was going. Я не знал, куда я буду идти. High school, I had no idea where I was doing after. В школу и после школы что я буду делать? But then God said to me, "Go to school." Но Господь сказал мне, иди в школу. Missionary school. Миссионерскую школу. And I was like, "Yes, Lord." Я сказал, да, Господь. I'll try it out. Я попробую. I'll see what's going on. Я посмотрю, как это пойдет. And then after that moment said, where God said, "Hey, go speak to them," and I said, "Okay." И после этого момента Господь сказал, о, пойди, проговори к ним, поговори с ними. Он сказал, да, я пойду. And then something else. И потом еще. There'd be many moments where I said no. И много моментов было, когда я сказал нет. And I would just feel just something wrong in me. Я просто чувствовал, что что-то вот неправильно в моем сердце. But the moments that I said yes. Но в тот момент, когда я сказал да. My faith grew. Моя вера, она укрепилась и выросла. And I never thought that I would be Stan's right-hand man. Basically, helper. Я никогда не думал, что я буду помощником. I never thought I would be speaking from a pulpit. Я никогда не думал, что я буду проповедовать с кафедры. But those little things where I said, yes, Lord. Но те маленькие вещи, которые говорили, да, Господь. He started giving more opportunities. Просто стали приходить возможности, все больше и больше возможностей для служения. Because God was growing me into the calling that He had for me. Потому что Господь, Он взращивал меня вот в этом призвании, к чему Он меня призвал. Of the calling He knew when I was in my mother's womb. Как вот это призвание было для меня, когда я был еще в утробе матери. So I want us to stand right now. Я просто хочу, чтобы мы встали сейчас. And I want us to truly pray at this moment. Я просто хочу, чтобы мы от всего сердца помолились. And fully declare that Jesus, I'm not here for no reason. И полностью провозгласили, Господь, я не случайно здесь, на этом месте. That you have a calling for me. Но у тебя есть призвание для меня. There is a purpose for me. У тебя есть причина, почему я живу на этой земле. But what is it of me, Lord, that you need? Что ты, Господь, хочешь от меня? That he wants your heart to be changed. Но он хочет, чтобы твое сердце изменилось. And for you to just say yes, Lord, и для тебя, чтобы ты сказал Господу, вот я, Господь, пошли меня.